Неожиданно для всех родительница музыканта Людмила Балан появилась на шоу «Голос Крани 1.0». Как сообщает Плиткар со ссылкой на сайт СН, в рамках проекта «Голос» состоялось знакомство матери Балана с Тиной Король. Стоит отметить, что слухи о романе знаменитостей ходят еще с прошлого года. Тогда молдаванин активно ухаживал за своей коллегой по проекту в прямых эфирах «Голоса». Вчера, после окончания нокаутов, организаторы пригласили выступить Людмилу Балан, довольно популярную в Румынии телеведущую и исполнительницу. Больше всех ее появлению удивилась Тина Король. После своего выступления Людмила подошла к Тине и обнялась с ней. Заметим, что женщины обменялись комплиментами друг другу. Но знакомство на этом не завершилось. На вопрос, верит ли Людмила в отношения пары, та сказала, что не знает, что будет в будущем, но уже заготовила свадебную песню, которую поют, когда снимают фату у невесты. В конце на сцене состоялось некое действо, которое назвали «помолвкой артистов», так как в конце все присутствующие кричали «горько».